Няп-няп, привет, путешественники! Сегодня я расскажу вам о местоположении всех панорам в Мандштаде. Панорама город ветров. Ближайшая точка телепортации является точка, находящаяся около храма Тысячи Ветров. Телепортировавшись, идите на запад, на выступ на горе. Панорама озера, оберегающей статую. Найдите на карте данж и юрские сады. Телепортировавшись, идите на запад, покуда не достигнете выступа на горе. Панорама – долина, продуваемая ветром. Телепортируйтесь в данжу храма Сокола и идите на юго-запад. Панорама – колыбель родника. Ближайшей точкой телепортации является точка, находящаяся в Спрингвелле. Телепортировавшись, идите на запад, на выступ на холме. Панорама – усадьба лучей рассвета. Переместитесь к винокурне «Рассвет» и идите на гору на востоке. Панорама собор Барбатоса. Телепортируйтесь в Мандштад и идите в храм Барбатоса. Войдя в храм, слева вы увидите точку обзора. Панорама Орда Фаониус, библиотека. Будучи в Мандштаде, зайдите в штаб Орда Фаониуса. Далее в первую правую дверь и поворачивайте направо. Панорама пустынный храм Тысячи Ветров. Ближайшей точкой телепортации является точка, находящаяся около храма Тысячи Ветров. Телепортировавшись, идите на северо-восток на гору, после чего немного спуститесь на каменную стену. Панорама ущелье Дадаупа. Телепортируйтесь в ущелье Дадаупа, пройдя немного южнее точки телепортации, вы увидите точку обзора. Панорама логова ужаса бури. Ближайшей точкой телепортации является точка каньоне Светлой Короны. Телепортировавшись, идите на северо-запад, на выступ на горе. Спасибо, что посмотрели данный гайд. Надеюсь, он вам поможет. Подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик, ставьте лайк. До связи, еще услышимся. И пуньк в конце.